Друзі, вітаю. Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Традиційно попрошу вас поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати, написати ваші запитання. Можливо, виведемо їх, якщо вони будуть конструктивними в нашу розмову. Я з радістю представляю нашого гостя. Це є політолог Дмитро Орєшкін. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Дмитрий, конечно же, в первую очередь хотел бы вас спросить и проговорить саммит сходку БРИКС, которая прошла 22-24 числа в Казани. Вот после вкуса, уже прошло немало времени, немало проговорили, можно делать какие-то уже анализ, да, и что-то извлекать из этого. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, насколько этот БРИКС удачен для Путина, да, и для чего он был Путину? Это показать, что у него есть какие-то союзники, у него есть какие-то люди, которые рукопожатные, и показать, что нет изоляции, потому что, с другой стороны, ни о чем не договорились, только написали коммюнике на 134 пункта, каждый пункт для каждой страны, каждый что-то себе придумал. Ну, если говорить по конкретным направлениям, то, безусловно, для Путина это большая удача в сфере пропаганды, потому что и в состоянии внутреннего информационного рынка это показано как то, что Путин проломил стену изоляции, и вот к нему в гости приезжают люди из очень крупных стран. В этом смысле мы на счетах отбрасываем костяшку в пользу Путина. Этого он хотел, этого он добился. А есть другие измерения. Прежде всего, экономическое, политическое и оборонное. Вот по всем этим трем направлениям у Путина практически ничего не получилось. Тут же надо иметь в виду историю вопроса. Ну, во-первых, Путин сейчас хозяин БРИКСа, потому что там меняются руководства. Вот сейчас это год управления Россией. И он, конечно, хотел сделать фестиваль такой массовый, пропагандистский. И он его сделал. Разговоры такие. 3,5 миллиарда человек представлены в странах БРИКС. Это влиятельная международная организация. Люди приехали со всего света и так далее. Но это слова. Они соответствуют действительности. Да, приехали, да, 3,5 миллиарда. Что важнее? БРИКС начинался как БРИК. Четыре страны. Бразилия, Россия, Индия, Китай. Это были самые быстро растущие экономики, самые крупные страны на своих континентах, которые рассматривались как альтернатива Старому Западу. И так действительно и было в начале нулевых. Очень быстро рос Китай, очень быстро росла Индия, очень быстро росла Бразилия. И тогда очень быстро росла Россия, потому что она была тогда еще вполне в демократической инерции нулевых годов. Потом, все, чем дальше, тем больше, в значительной степени под влиянием Путина, от экономического приоритета страны стали отходить в сторону политического. И в БРИКС начали подбирать разные страны. Скажем так, не самые крупные, не самые успешные и не самые быстрорастущие. Сначала пришла Южная Африка, а потом уже пошли такие страны, как абсолютный изгой Иран, попытка была провести Венесуэлу, попытка была прощупать со стороны Турции и так далее. И в этом смысле экономический интерес отошел на второй план, потому что, как выяснилось, БРИКС в экономическом плане мало что участникам позволяет сделать. Кроме того, в самом БРИКСе появились внутренние противоречия. Туда включили, на непонятном статусе до сих пор, на самом деле, Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, прошу прощения, правильнее говорить, у которой совершенно очевидно конфликтные отношения с Ираном. И, в общем-то, руководитель той же самой Саудовской Аравии на саммит не поехал, о чем в пропагандистском пространстве не говорят. Не поехал и президент Бразилии по медицинским
под медицинским предлогом или по медицинским основаниям, мы не знаем. Но мы видим, как внутри начинаются уже достаточно серьезные конкурентные отношения внутри этого самого БРИКСа. Политический блок у Путина не получился. Индия противостоит Китаю, Китай противостоит Индии, и та, и другая ядерная держава, и та, и другая быстро растут, и та, и другая покупают нефть у России, и та, и другая друг друга, в общем-то, сильно и тот, и другая друг друга недолюбливают. Политически это не блок. Путин пытался из БРИКСа построить какую-то альтернативу Евросоюзу, который, как ни крути, является чем-то вроде конфедерации. И, конечно, не вышло. Это не союз. Это даже не блок. Это даже не клуб элитный, которым это было там, почти 20 лет назад. Сейчас туда набирают всех, кто против Запада. Условно говоря, это такое вот сборище не по позитивным интересам, а скорее по негативным. Тем, кто недолюбливает вот этот самый старый Запад, который стал сильно недолюбливать Путин в последнее время. Что не получилось ничего с альтернативным SWIFT-ом, то есть BRICS Bridge, это альтернативная система платежей, в которой, кроме России, в общем-то, никто не заинтересован, потому что и Китай, и Индия, и другие довольно успешно пользуются международными устоявшимися стандартами быстрого перевода денег. Дополнительный, который изобретает Путин, им, в общем, не очень нужен. BRICS Pay – это система, опять же, замены карточек пластика, опять же, касающиеся в основном России, потому что в России не работает классическая система карточных платежей, распространенных по всему миру. Значит, пытаются создать какую-то альтернативу. Не очень-то она кому-то нужна, кроме той самой России. Ну и так далее. Есть попытки создать клиринговый центр для независимой торговли бумагами, опять же, чтобы обойти санкции. И, в общем, тоже она не вызвала никакого интереса, потому что всех влиятельных экономических игроков, по большому счету, устраивает та ситуация, в которой они находятся. И они не хотят ссориться с тем же Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Так что пропаганда – это одно дело, а экономическая составляющая – другое дело. Политическая составляющая тоже не получилась, потому что это не федерация, не конфедерация, никакой союз. Это просто, ну, как бы, люди, которые приезжают, чтобы встретиться, продемонстрировать какую-то общность интересов главным образом заточена на антизападной риторике. Например, Эрдоган туда поехал не для того, чтобы влезать вглубь, а для того, чтобы продемонстрировать Европейскому Союзу, что у него есть альтернатива. Он так долго просится в Европейский Союз, а Европейский Союз так долго его туда не пускает, что ему он просто решил проучить этот самый Европейский Союз. Съездил, отметился, вернулся. Значит, экономическая программа не привела ни к чему хорошему. Политическая программа не сформировала такого плотного блока. Уж про оборонную я и не говорю. Оборонное. И хотелось бы там создать Путину какой-то взаимосвязанный оборонный союз. Но там и близко ничего нет. То есть, только в лучшем случае зондировали почву, в результате ничего не получили. Так что, когда остынет пропагандистский материал, а он хорошо отработан, он эффективно, в общем-то, ничего особенно нового не останется. Останется та же самая стратегия, или, вернее, объективная реальность, которую мы наблюдаем. Сербия отходит, очевидно совершенно, от зоны влияния Путина ближе к европейскому пространству. Молдова отходит. Грузия, несмотря на то, что там вроде бы победила, хотя качество выборов оставляет большие сомнения, пророссийская партия, на самом деле тут же заявила, что никаких дипломатических отношений восстанавливать с Россией не собирается, потому что Россия у нее оккупировала 10% территории и так далее. То есть, одно дело барабаны, другое дело материальная действительность. Материальная действительность с БРИКСом далеко не такая победная, как телевизионная действительность.
Дмитрий, вот вы очень хорошо нарисовали, да, что такое БРИКС, кто в БРИКС, зачем БРИКС и что им не удалось. А не удалось им все фактически. И вот тогда у меня вопрос, зачем тогда генеральный секретарь Объединенных Наций Гутьерреш приезжает, прилетает в Казань, мало того, что он улыбается, кушает каравай, да, улыбается Лукашенко, обнимается, ну а потом говорит, что это прекрасный саммит, все отлично, я очень рад и так далее и тому подобное. Зачем такое делать человеку, который отказался ехать на саммит мира? Ну, во-первых, надо иметь в виду, что Гутерреш – это социалист. То есть, он по определению тяготеет, и по возрасту, тяготеет к системе ценностей, в которой когда-то был воспитан. Во-вторых, он представляет ООН. Значит, это структура, которая по определению вынуждена занимать такое промежуточное положение и, в общем-то, при этом ни вашим, ни нашим, или и вашим, и нашим, всем сестрам по серьгам и так далее. Он неоднократно выступал с довольно решительным осуждением нарушений правил ООН вследствие агрессии России против Украины. Это он делал. Вряд ли он, как глава ООН, мог бы проигнорировать собрание стран, которые худо-бедно представляют 3,5 миллиарда населения Земли. Но это путинская пропаганда говорит, что это половина населения. Конечно, это не половина, но около того. Значит, да, он такие принимает промежуточные половинчатые решения, при том, что он тоже симпатизирует вот этой самой антизападнической риторике. У него тоже нет позитивной программы. Обратите внимание, что ООН практически бессильна. Она не может остановить войну. Она не может поднять там народы на сопротивление. Да, там 155 стран на Генеральной Ассамблее осудили агрессию, но 10 стран поддержали. А поскольку это демократическая структура, то Путин может говорить, что в ООН звучали голоса в его поддержку. Да, звучали, но там со стороны вот этих вот 10 мировых изгоев. Поэтому со стороны Гутерреша, мне кажется, ничего удивительного не произошло. Он вот всегда был такой. Структура при нем, структура, которая называется ООН, стала, мне кажется, гораздо менее влиятельной. Это на мой взгляд, с которым, наверное, многие не согласятся, менее эффективный, менее уважаемый. Да и сам он, в общем-то, выглядит так непобедоносно, скажем так. Может быть, это была ошибка с его стороны. Может быть, он считает это необходимым для того, чтобы показать сбалансированность позиции. С одной стороны, он осуждает агрессию России, с другой стороны, он вот едет на этот самый коллективное камлание. Но ведь, собственно говоря, и Китай примерно так же выступает. Он же против агрессивных войн, да, вроде бы, но при этом снабжает Россию необходимыми компонентами для производства оружия. Но Китай эффективен, как ни крути. У Китая мощная экономика, как ни крути. А ООН сильнейшим образом зависит, опять же, это тоже надо иметь в виду, финансово зависит от этих самых крупнейших экономик, в том числе китайской, индийской. Ну, Россия – это всего 2% мирового валового внутреннего продукта, но в любом случае ООН выглядела, на мой взгляд, не самым победным образом, и Гутерреш тоже. Но главное это не в этом. Главное в том, что был бы он там, не был бы он там, ситуация об этом из-за этого изменилась бы чрезвычайно мало или вообще бы не изменилась. Потому что ООН сейчас как-то на периферии процесса мирового лидерства. Тут можно много раз рассуждать про судьбу Организации Объединенных Наций, но действительно там политическая воля размывается, потому что когда у тебя 200 членов государств, очень трудно найти какие-то удовлетворяющие
всех или хотя бы большинству формулировки, а уж если касается Совета Безопасности, там их вообще найти невозможно, потому что у каждого члена Совета Безопасности есть вето. Так что да, такая вот довольно беспомощная организация и довольно беспомощный Гутерриш. Ну вот, кстати, Дмитрий, возвращаемся к тому, что он отказался ехать по каким-то своим соображениям, будто у него есть другие планы, на саммит мира в Швейцарии, который был организован Украиной. Я к чему веду, что это Организация Объединенных Наций, и вы должны, ну, как они говорят, объединять, а не разделять. И вот на саммит мира не приехали представители Китая, других стран, которые были в БРИКС, и также Гутерриш. Но Гутерриш — это Организация Объединенных Наций. Если ты не едешь на саммит мира, ты тогда и не едешь на БРИКС, потому что тогда ты выбираешь сторону. Ну, вы знаете как, я думаю, что это слишком жесткая формулировка, выбираешь сторону, но я же с самого начала начал, он социалист, он психологически ближе к таким персонажам, как Си Цзиньпинь или там Путин, хотя Путин как бы называется антисоциалистом, но все равно он же, риторика там такая, ведь на самом деле Муссолини тоже в молодости был социалистом. И у Гитлера была национал-социалистическая партия. Рабочая, к тому же, когда он начинал свою политическую карьеру. Собственно, она такой и оставалась. Социализм – это, прежде всего, популизм. И это существующий, против существующего режима. Партия неспровергателей. Вот на саммит Украины поехали те, кого называют колониальными державами, империями, да, и там называют золотым миллиардом, глобальным лидером, ну, грубо говоря, тот же самый Европейский Союз, тот же самый Запад, который горячо не любим так называемыми социалистами. Поэтому это его просто такая вот врожденная персональная особенность. Он не выбрал сторону, как вы говорите, он с самого начала на этой стороне находился. Именно поэтому его и избрали большинством членов ООН, потому что оно тоже настроено против вот этого развитого мира. Это, мне кажется, достаточно очевидная история. Соединенные Штаты и Европейский Союз – это глобальные лидеры. Есть огромное количество новообразованных государств, которых этот глобальный лидер раздражает. Ну, вот они составляют в ООН большинство. Гутерриш представляет их интерес. Поэтому он едет туда, где Индия, где там Россия, где Китай, где Бразилия, где Южная Африка, и не едет на саммит, который организует глобальный Запад. Он как бы человек глобального юга. Ничего удивительного в этом нет, он изначально был таким. Дмитрий, вот аналитики Института изучения войны говорят, что Путин будет вынужден изменить стратегию войны из-за выгорания российской экономики, ну и перегрева экономики в том числе, ссылаясь на военно-промышленный комплекс. И он будет что-то менять, об этом говорят аналитики. Насколько вы реально считаете, что Путину нужно что-то менять? Потому что как бы с живой силой он не считается, да? Он готов там по разным подсчетам 100-150 тысяч человек отдавать на войну, убивать в войне ежегодно. Что должен изменить? И вот деньги же дальше будут литься от нафтопродуктов, да, нефтепродуктов, потому что и продает, и вот вы вспоминали, Индия, да, покупает, лидер покупок, даже они дешевле, нежели на рынке, но все же очень много покупают. Что должно случиться, чтобы Путин изменил подход в этой войне? Ну, мы начали с экономики. Давайте с экономики, с экономикой продолжим. Когда говорят, что Путин будет вынужден менять, мне кажется, эта формулировка уже немножко не актуальна. Он уже меняет. Вот буквально сегодня он объявил о возврате мер поддержки так называемой нефтяного борьбы с ненефтяным дефицитом. То есть будут отбирать часть денег сверх прибыли у нефтяных компаний, раньше их отбирали для формирования Фонда национального благосостояния,
А теперь их будут просто напрямки закачивать в войну. Это уже понятно. Тем не менее, значит, вот нефтяники, получается, работают уже не на прибыль, а по указанию государства. Прибыль у них, по сути дела, будет напрямую сразу изыматься. То есть шаги уже делаются. Повышение ставки рефинансирования, ну или там цены денег, которые организовал Центробанк России, до 21%. Это серьезнейший шаг, который говорит о том, насколько плохо с экономикой. И более того, это шаг, который говорит о том, что в путинской элите обостряется раскол. Не по принципу борьбы за власть, Набиуллина ни в коей мере за власть не борется, а по принципу выбора решения о том, куда дальше двигаться. Потому что Набиуллина защищает экономику, она защищает финансы. Для того, чтобы, скажем, тот же самый БРИКС функционировал, финансам должно быть доверие, в том числе к российскому рублю. И профессиональная обязанность Набиуллина – этот самый рубль защищать, тормозя инфляцию и тормозя его обесценивание. Она как может тормозит. И, кстати говоря, президент Сербии Вучич сказал, что она гений в этом смысле. Она действительно очень много делает, но она вынуждена бороться с войной, потому что война деньги пожирает. И главный экономический враг Набиуллиной в этой войне называется Владимир Владимирович Путин. Потому что Путину нужно производить очень много оружия. Поэтому людям, которые это оружие производят, надо платить очень много денег. Оружие ни на каком рынке не продается, оно бесплатно разбивается в хлам на поле боя. Соответственно, никакой прибыли не приносит. А кто-то за него платит? Платит за него государство. Или нефтяными деньгами, которых уже не хватает, или свеженапечатанными деньгами. Эти свеженапечатанные деньги, которые платятся солдатам, ну, офицерам, естественно, и военно-промышленному комплексу, не приносят прибыли. Они не приносят экономику ничего. Они расходуются для приобретения лояльности, скажем так, или для обеспечения действий вооруженных сил на фронте. Но деньги-то есть. Они расходятся по стране. Значит, силовики, которые их получают первыми, услуги, материалы, там, сырье, все что угодно, сталь, электричество, нефть для производства своих всякого рода стреляющих желез, покупают их по цене еще старой. Потом эти деньги расходятся по стране, увеличившаяся масса денег противопоставляется наличному объему товаров потребительного спроса, ну, в том числе еды. И оказывается, что этой самой еды и продуктов меньше, чем денег. Соответственно, цена этих продуктов растет. Что мы и видим? Растут цены на яйца, потом растут цены на масло, потом растут цены на картофель и так далее. Набиуллина пытается остановить этот процесс, повышая цену денег. А ее сокрушает военное лобби, потому что ему нужны деньги, и деньги бесплатно. Вся экономика невоенная получает деньги под 21% годовых. То есть, ты берешь кредит, ты должен вернуть государству 21%. А поскольку ты берешь кредит не у государства, а у коммерческого банка, то на самом деле ты должен вернуть 25%. Чтобы этот кредит оправдать, у тебя норма рентабельности должна быть, ну, минимум 30-35, а лучше больше процентов. Таких бизнесов в России, за исключением, может быть, нефтяного газа, уже и не осталось. Поэтому все бизнесы сворачиваются, деньги продолжают печатать, потому что надо платить солдатам, надо платить военно-промышленному комплексу. И экономика таким образом входит в такую воронку самоуничтожения. В центре этой воронки стоит Путин. Дело в том, что экономика – это изобретение для мира. Для производства товаров, которые пользуются спросом, которые нужны людям.
А война любую экономику, и социалистическую, и капиталистическую, какую угодно еще, она разрушает, она вынуждает выпускать необеспеченные деньги, которые дешевеют, потом инфляция, цены растут, и бьет это в первую очередь по тому самому населению, которое эти вояки вздумали защищать. Я думаю, что что-то похожее происходит и в Украине, там, ну, потому что тоже надо, экономика разрушается, платить надо и военным заводам, но у Украины есть источник поддержки со стороны западных денег. У Путина этот источник называется нефть. Вот, конечно, никаких кредитов ему в мире никто не даст, но у него есть нефть. И в этом смысле Запад, наконец-то, во всяком случае, есть основания надеяться на это, осознал, что все-таки нельзя позволять Владимиру Путину так легко и так откровенно на кривой козе объезжать эти нефтяные санкции. Ну да, они же тоже не глупые люди, они закупили этот серый нелегальный нефтяной флот, они дают относительно приличную скидку той же самой Индии, и та же самая Индия, естественно, покупает эту самую серую нефть, не говоря уже про отправку той же самой нефти Северной Кореи и в Китай тоже. Да, Путину могут продавать эту нефть дороже на мировом рынке, но его же интересует война. Он мог бы продавать эту нефть, используя десятки миллиардов долларов стоящую нефтяную инфраструктуру в Европе. Но он враг Европы. Он к Европе развернулся бронированной задницей, а его избушка, значит, повернулась передом к Востоку. Соответственно, ему и дороже, и дольше, и труднее, учитывая слабую инфраструктуру, в частности, железнодорожную, продавать свои ресурсы на восток, в Китай и в Индию. Но он готов идти на серьезные издержки для того, чтобы нанести, вот как он полагает, этот самый удар по Западу. Это логика войны, разрушительная логика. Ему наплевать на прибыльность, ему наплевать на то, что страдать будет, в общем-то, беднейшее население, потому что инфляционный налог он бьет прежде всего по самым бедным, у которых для которых изменение стоимости пачки масла на 20% – это серьезный удар по семейному бюджету. Богатые люди это легко переживут. А вот для бедных это как раз самое-самое. И, кстати говоря, да, как выясняется, самые бедные люди сейчас в России настроены антипутински. То есть, на них как раз холодильник влияет, а телевизор в меньшей степени. А богатые люди, наоборот, Путина поддерживают. Но это другой разговор. Ну, короче говоря, экономика, вопреки пафосным заявлениям о том, что нам на санкции плевать, экономика через 2 года совершенно отчетливо ощущает давление санкций и в еще большей степени давление войны. Война экономику разрушает. Путин свою экономику разрушает. Другое дело, что люди этого не понимают и не хотят понять, но это уже вопрос пропагандистской интерпретации. Так или иначе, с войной и экономикой, военной экономикой, у Путина дела неважные. Не катастрофические, я бы не стал заострять. Но они идут в плохом для России направлении. Потому что, наверное, доходы от нефти будут падать. Наверное, санкции будут каким-то образом становиться более совершенными. И в этом смысле ничего хорошего его не ждет. Что касается солдат, то ведь не зря Путин прикупил, опять же, за деньги, опять же, за нефть, солдат из Северной Кореи. Солдат не хватает. Потому что Путин прекрасно понимает, что теоретически они есть, а практически они недоступны, потому что мобилизация, частичная мобилизация 2022 года привела сразу к падению рейтинга Путина и, что еще хуже, к массовому непониманию со стороны путинского электората. Поэтому Путин всеми способами уворачивается от мобилизации. Вот та проблема, с которой сталкивается Украина, Путина тоже очень тревожит, но он пока ее решает какими-то паллиативными методами. Вот, в частности, пригласил северокорейцев. Пока он может покупать солдат за деньги, благо они есть, но цена стоит
все дороже, а солдат все меньше. Поэтому, на самом деле, и здесь тоже далеко не так красиво, как Путину хотелось бы. Если бы было красиво, мы бы с вами северокорейцев в Курской области не наблюдали. Дмитрий, большое вам спасибо за этот разговор, спасибо, что нашли время проговорить про важные процессы. Наших зрителей попрошу поставить лайк этому видео, подписаться и поделиться. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Победа вам. Обязательно.